Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Хочу в этот замечательный день пожелать вам хорошего настроения, легкости и, конечно же, каких-то новых интересных знаний и открытий. И эти открытия вам вполне может помочь совершить сегодня нынешняя стройная фишечка дня. Вот я прямо беру и снимаю ее со своего уха, потому что в данном случае она у меня как атрибут. Итак, показываю. Это гарнитура «Свободные руки» для вашего смартфона. Вещь просто замечательная с моей точки зрения, потому что это гораздо удобнее, чем наушники. У вас свободные руки, вы можете ходить, и причем я использую ее очень активно, не столько даже на улице, хотя на улице тоже, сколько дома. Положил себе телефон в центре квартиры где-нибудь и ходишь, занимаешься своими делами и слушаешь что-нибудь. Можешь музыку, можешь вебинар Людмилы Семененко, например, записи послушать. Причем на телефоне можно же видео спокойно запустить и просто слушать, передвигаясь по комнате. Вы никому домашних не будете мешать, и в то же время будете какую-то полезную информацию на ум мотать. Тем более вы знаете, любая информация, она редко усваивается с первого раза прослушивания. Нужно много раз услышать, потом обязательно протестировать, попробовать. И тогда это станет частью вашего дня, частью вашего рациона и так далее. В общем, используйте на здоровье, для вашей стройности, для вашего удобства такую стройную фишечку дня. Все будет отлично. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи и обязательно записывайтесь на репетицию перед новогодним переполохом. Будем жечь. Всего вам доброго. Пока.